Голосование в этой битве – лайк за Ивангая и дизлайк за Макса. В предыдущей битве победил Леди Баг. Это жульничество. Сегодня Ивангай против Макса. Ивангаю плохо, ведь босс тут мистер Макс. Ванёк, ты на чеку будь. Обгоню и не моргнет глаз. Король разных челленджей, повелитель влогов. Я еще пока что мал, но меня повсюду много. Понял, мистер А? Ванёк, ты охладись там. Радует ребят Макс, как такая мысль. Я как выстрел. Бам! Гляди, сколько подписок. В шоке даже взрослые, а дети под гипнозом виснут. Ты устарел, и мы поколение новое. Забываешь видео снимать, голова садовая. Дальше твои просят, чтобы старый Ваня к ним вернулся. Мистер Макс номер первый, тут все, наверное, в курсе. Мне смешно, всем спасибо за внимание. Ты вообще сейчас о чем, мелкая со? Здание. Ивангай хаю-хай разберется с фантазером. Лучше азбуку читай, все давай пока, до скорой. Не дорос, далеко до меня слишком. Не дорос, ведь избалованный ты парнишка. Передоз, а челленджи у тебя мисс. В чем вопрос, ссориться с младенцем низко. На ютубе есть только одна легенда. Ивангай, ты конечно милый, но парень, на моем пути ты не вставай. Миллионы хейтеров, а фанатов еще больше. Ваня снова встанет в строй, вот тогда мы и посмотрим, кто самый добрый и веселый. Это Ивангай, кто ужасней всех снимает. Мистер Макс, давай бай-бай, только ты не вздумай плакать, терпи, Максим. Ваня номер ван, Ивангай непобедим. Да-да-да. Кто выиграл, решать тебе.